Всем привет! Сегодня выхожу к вам из аквариума. В общем, к нам приехали родители мужа, и мы пошли в известный недавно открылся аквариум. Народу вообще куча, потому что на воскресенье пришли. Отличные фотозоны. Роботы. Это рыба-робот. Как пройти? Okay. No? Здесь можно рыбок кормить. Это он так обманывает рыб, что он типа им что-то дает. Смотрите. Они думают, что реально им что-то бросает. Тащи. Тут народ пишет на листочках, загадывает желание и вешает на елку. Сюда можно кинуть монетку и загадать желание. Ага.
еще есть фотозона. Можно все это мерить бесплатно. Можно, короче, сфоткаться с игрушками или на голову себе что-нибудь. Так, мне кажется, мы уже приближаемся к концу. Здесь можно попить кофе. Так, здесь какое-то шоу устраивают. Зона для детей. Вот такие штучки делают вот здесь вот. Вроде как аквариум. Они прямо здесь на месте сидят. Все закончилось, не так уж и много мы прошли мест. И заканчивается, как и везде, в развлекательных. Например, в Лотеворде тоже также заканчивается магазином игрушек всяких мимимишных. Хочется все купить, но цены здесь такие нормальные. Очень красивые, как будто прям реальные такие игрушки. У меня вот такой котик дома лежит, только большой его. Я его в Лотеворде покупала. Здесь поменьше, сейчас скажу цену. Он маленький, вот видите, с ручку прям. В цене сейчас я вам скажу. 27 тысяч вон. Смотрите, какой крабик классный. Стоит 13 тысяч. Я смогла пройти мимо, купила своему ребенку цыпленка. Ну как муж купил, я так это пальцем тыкнула. Как несколько дней отменили масочный режим, я все продолжаю пробовать ходить без маски. Вообще страшно на самом деле. Кажется, что на тебя смотрят и тебя осуждают. Ну, в принципе, сейчас уже начинаю привыкать, хотя народ вообще все считает в маске. Очень симпатичный торговый центр, хоть я в нем первый раз. Пока мы стоим в очереди, чтобы покушать стейк, я разглядываю здесь вина. Прям много. Здесь очень узко, на самом деле, мало места, но для корейцев важно вкусно покушать, и мне особо сильно важен интерьер. Так, все, мы покушали. Мы заказали салат и стейки. А еще пасту. Доброе утро. Вчера так сильно устали, что не было сил снять. Я хотела вам показать, что мне свекры итоге подарили. Мне подарили косметику. Это тонер. Он стоит в районе 37 тысяч вон. Очень классный. А вот этот крем я очень часто получаю в подарок от свекрови. Она его тоже очень любит. Вот в этой баночке 125 миллилитров. Она стоит 90 тысяч вон. Это тоже очень классная, известная фирма в Корее. Кореянки прям обожают эту фирму. Сестра мужа мне подарила сережки. Золотые сережки. И мне подарили деньги вот в таком красивом конвертике. Свекра написала на русском. А я вообще офигела, потому что у него почерк намного лучше, чем мой на русском. Хотя он кореец. Вот. И в деньгах мне подарили 250 тысяч вон. Сын тоже не ушел без подарка, и ему свекровь купила курточку и кофту.